Йду, йду. Да, правда, глобальная, да? Не знает, что мы вылезли, но оставить ездить. Я на тебе езжу, я за мной здорово. Я не знал, что это будет. А потом уже, когда она строится. А муж так и работает. У меня там философская, нам все нужно. Историческая. И винный какие-то все поставили, даже сортиры поставили. Для того, чтобы мочиться. Сказали, что будет еще эта самая кухня какая-то в чае. Да. А это кто организовывает? Тоже Чимы? Тоже организаторы медицинские. А кто организовывает? Инициативные группы и отдельные лица. И... Ну, во-первых, ее не слышали. Я не слышал. Она умная баба. Не 20 лет. В Европе, кроме России, только Беларусь вот так вот полностью зависит от любви и состояния здоровья человека. Вот в какой компании мы оказались. Мне в ЖЖ написали. До чего докатилась страна, если единственное требование населения к власти – честность. А зачем нам дальше? Меня еще просили озвучить воздух. Мы не оппозиция, мы народ. Вот озвучиваю. Плюс один. Это власть себе придумывает симулякры. Вместо народа – народный фронт. Вместо общества – общественная палата. Вот. Отобранные через эти самые президентские фильтры. Зато сейчас осенью Россия вышла на первое место в Европе по числу пользователей интернета, а национальный лидер надменно заявляет, что он в интернет никогда не заходит. Конечно, при такой ситуации мы не будем считать официальные выборы. Быть порядочным не стыдно! Друзья, мы все можем сделать сами! Нам не нужно никого ждать. Нам не нужно ждать сигналов. Нам не нужно ждать, пока кто-то известный что-то сделает. Мы все можем сделать сами. Мы начали это делать, и мы сделаем это. Спасибо вам всем. Спасибо. Слышь, Волк, они украли наши голоса. Больше молчать нельзя. Верните наш голос. Друзья, вы знаете, что наш митинг готовило огромное количество людей. Люди в Фейсбуке, люди в Твиттере, люди в... Молодцы! Молодцы! Молодцы!